Кинотеатр «Искра» с трудом вместил всех, кто пришел сюда отметить День народного единства. Праздничное настроение царило уже в фойе. Здесь разместились стенды, подготовленные представителями различных национальностей, живущих в Ленинском районе. Гостей встречали песнями. На каждом стенде угощения из национальных блюд, образцы народных ремесел. Были и новые гости. Землячество пакистанцев, которое в России насчитывает около 700 членов, впервые приняло участие в празднике. Мы в Видном Тоде имеем ячейку. И вот первый раз участвуем в видновской программе 4 ноября «Один единство народ». И очень приятно, здесь все приехали, все нас ощеряют. Поэтому надеюсь, что мы стабильно, здесь нам дадут место, и мы стабильно будем представлять пакистанскую диаспору в России и в Видном. Проходили здесь и всевозможные мастер-классы. На них все желающие могли попробовать свои силы в рукоделии и совершить небольшой экскурс в историю родного края. У нас мастер-класс по изготовлению куколки «Желанницы». Вот я вам могу рассказать, что такая куколка была в давние времена, когда вот в таких избах жили практически у каждой девочки в деревне. И если девочка хотела, чтобы исполнилось желание, она куколке завязывала красивую ленточку или пришивала бусинку и приговаривала: «Посмотри, какая ты у меня теперь красивая, а за подарочек мое желание исполни». Продолжилось веселье в зале. Концерт начался с песни, которая уже стала неофициальным гимном праздника. Праздничный концерт чередовался с выступлениями официальных лиц. Заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев от имени главы муниципалитета Валерия Венцеля поздравил собравшихся с праздником. Надо жить в мире, в дружбе, в понимании. Согласитесь, что зло, ненависть, разобщение, они всегда ведут к вражде. А любовь, добро, общение, они всегда ведут к единению. Благодарности администрации городского поселения Видное за вклад в укрепление дружбы между представителями различных национальностей вручил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Это праздник мирный, праздник добрый, и с этим праздником я вас всех поздравляю и от себя, и от всех депутатов городского поселения Видное. Более 20 номеров подготовили творческие коллективы и сольные исполнители, представляющие все поселения Ленинского района. Так как закулисье не смогло вместить всех артистов, последние приготовления к номерам шли в фойе. Ансамбль кавказских и закавказских танцев «Выше гор» из Развилки приготовил для зрителей два номера. Руководитель коллектива Наида Атаева признается, что главное на празднике не столько возможность себя показать, сколько теплая атмосфера и дружеское общение. С такой теплотой нас еще нигде никогда не встречали. Большое спасибо организаторам. И здесь столько всего вкусности, что детям на самом деле это так нравится. Большое спасибо. И просто даже познакомиться с новыми коллективами, с новыми народностями. Подобный формат праздника уже стал доброй традицией в Ленинском районе. И с каждым годом он привлекает все больше участников. Максим Козлов, Евгений Садовский. Видное ТВ.